сначала мама меня отдавала, чтобы я не болела, потому что я очень часто болела, и маме это не нравилось, и она мне решила куда-нибудь отдать, но в гимнастику было слишком еще рано, потому что мне было 3 года. Вот, и она позвонила в фигурное катание, и сказала, да, конечно, приводить. Мама рассказывала то, что после того, как я вышла на лед, я сразу начала есть лед, еще что-то, и на следующий день я просто проснулась с температурой очень высокой, и мама такая... До Виталия Георгиевна, ну вот я так вот, ну, сделала прыжок, вот хорошо, вот там. Могла ездить по кругу. Когда пришла к Виталию Георгиевне, я поняла, что тут все намного больше прыгают, намного, ну, вот, стараются, очень много прыгают туда-сюда, туда-сюда. И я уже поняла, что это уже такая работа началась. Она может быть где-то добрая, где-то, наоборот, чуть позлее, когда вот тебе надо, вот, чтобы ты собрался. Вот, она тебе может сказать что-то, либо, вот, и она очень высокая, вот, честно, я очень удивилась, когда я первый раз увидела. Мне очень нравится Алина Загитова, перед ней сижу в раздевалке. Вот когда я вот только-только вышла на лед и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать. Я все время видела Алину и сразу вот так бортик, хоп, чтобы не помешать, не дай бог. Алина, то, что нельзя сдаваться, потому что у нее уже тоже были переломы. Она говорила, что она тоже, ну, училась заново ходить, и она не сдалась, ну, и тоже работала для какой-то цели, чтобы, ну, выиграть там Олимпийские игры, и в этом году она тоже не сдавалась, чтобы взять все-таки золото на чемпионате мира. Нейтан Чен тоже очень нравится. Я его увидела, наверное, первое его выступление в 17-м либо 18-м году, и мне понравилось, как он прыгает, совмещает и катание, и прыжки, и при этом выглядит очень так легко. Саша, больше смотрю на как она прыгает четверные прыжки, чтобы, ну, понять, как она это делает, технику, чтобы самой тоже повторить. Я еще хочу еще выучить какой-нибудь четверной точно. Тройной аксель. Я на удочке его прыгала, и в прошлом сезоне в конце я в него тоже, ну, сама входила, но, ну, вроде нормально. Как-то неудачно приземлился прямо на то больное место, и вот ты встаешь и понимаешь, что все, это конец, это очень больно, но... Ты понимаешь, что раз ты не сделал, тебе надо еще раз пойти и точно, чтобы сделать и не упасть на это же место. Сейчас я знаю то, что я буду помогать маме, если буду хорошо выступать на стартах, на соревнованиях и занимать там места первым. Я очень люблю танцевать еще. Но на это времени не хватает. Сейчас я хочу, ну, там, начать вязать, ну, успокоить нервы. Я хотела вообще пойти на психолога, ну, только вот, что хочу стать психологом. Первый раз я просто в Инстаграме, мне очень понравилась игрушка, я ее лайкнула. Наверное, дня через 2, через 3 маме, ну, фан-клуб написал, сказал, что сегодня должны игрушку привезти. И как раз таки это та игрушка, которую я лайкнула. Очень приятно. Перед стартом вот ты начинаешь обо всем задумываться и уже просто хочешь, чтобы у тебя не было в голове никаких мыслей. Это самое ужасное такое перед стартом. Да, у тебя все перемешку, и ты такой, сейчас выходить на старт. Не знаю, просто музыку слушаю, стараюсь ни о чем не думать. Могу одну сказать название «Don't worry, be happy». Типа, не волнуйся, будь счастлив.
Встречайте на льду 12-летняя фигуристка отделения «Хрустальной» школы «Самбо-70» Камила Валиева. Почему-то именно, когда много зрителей, мне было не так страшно. Единственное, что меня очень сильно волновало, это когда эти прожектора, и я встаю в позу и понимаю, что мне уже сейчас в глаз это все светит, я уже просто рукой пытаюсь там как-нибудь... Я в начале программы оживаю, смотрю на мир, еще не знаю, что это. Ну, и в середине программы я понимаю, что этот мир мне очень нравится, что я хочу здесь остаться, но в конце концов мне надо будет все-таки возвратиться в картину. Когда я первый раз это увидела, для меня было «А что?» Как... Она писала моему фан-клубу, чтобы я к ним приехала. Может быть, после окончания этого сезона я все-таки поеду к ней. Ни разу не выступала на международных стартах, и пока еще не знаю, как там. Из-за этого очень волнительно. Тебе надо показать все на 100%, что ты можешь, и ну, ты уже понимаешь, что на тебе уже есть какая-либо ответственность, ты представляешь Россию. И надо намного больше работать, чем ты работал до этого.